То есть Хасбулат и Гас... Слышишь, не строй себе миллионера. У тебя и рубля в кармане нет. Подождите, подождите. Карман куда ты вообще лезешь? Бабки есть у Хасбулы? Бабки, на этом карте я тебе купить могу. Сейчас же есть. Что там Хасбула на карте? Что там? Там ложится что-то. Пожалуйста, вот ты ничего не говори. Если бы ты был мужчиной и имел уважение к гостю, ты бы хотя бы приехал в Москву. Я приехал в Москву. Я приехал в Махачкалу. Я пришел к твоему дому, а тебя не было. Да, ко мне вы пришли. Я не приехал, потому что родители слушать надо. И скажи, а почему ты не приехал в Таджикистан? Это я приехал к тебе в Махачкалу, а не ты. Потому что родители не пустили. Родители тебя не пускают. Почему? Потому что ты ведешь себя как ребенок. У тебя нету мозгов, поэтому. Не боятся они, мусульмане друг друга драться нельзя, и они не пустили. Ты же за Хабиба болеешь. Хабиб тоже мусульманин. Он же дерется. Он же выходит в бой. Да. Это дерется его, это его право. У каждого свое право есть. Надо как положено право делать. А почему тогда до конференции истерил как ребенок? Тебя даже в Дагестане не любят. В твоем Дагестане. Кого бы я ни встретил, говорят, он не очень хороший парень. Да, хорошо. Да. Подожди, подожди, подожди. Все. Подожди. Все будет в клетке, пацаны. Абдурос, успокойся. Говори. Хасбула. Давай, говори. Хасбула, подожди. Хасбула. Давай. Не. Джабью. Не. Сопляк маленький. Джабью. Не. Абдурос. Баба, пусть дай мне, кого-то не попал. Хасбула, успокойся. Давай. Все.